Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в новом горизонте Грек Теха и продолжаем с вами проходить данную сборочку. И чем бы я хотел бы сегодня заняться? А тем, чтобы двигаться по направлению к мобоферме. Да, наконец-то я решился сделать мобоферму. Я вот думаю еще насчет этого, прям очень сильно много думаю, стоит, не стоит, где ее поставить, что для нее нужно, что скрафтить, что я там хочу получить, как это максимально сделать. Много-много-много-много мыслей в голове. И в итоге, к чему я пришел? Построим. Место делается. На месте там разберемся, найдем марафет и красоту. Большинство блоков у нас уже есть. Каркас. Давайте начнем с каркаса. То есть нужно что-нибудь такое поставить, пуля непробиваемая, невзрываемая. И если вот посмотреть по одному зданию, которое мы с вами делали, укрепленный обсидиан. И через него-то мы и будем с вами стремиться построить это, ну, каркас для нашего, для нашей призывалки, так сказать. Укрепленный обсидиан. И если, например, захочу еще штук 100 создать, та-дам, мне сразу ступор ставят. Говорит, не хватает тебе обсидиана, иди копай. Я такой долго думал, как мне получить обсидиан. И нашел такую машинку интересную. Чего я же раньше не находил? Так, если написать просто обсидиан. Так, нет, по-английски. Вот, то есть как его можно получить? Blood Magic, там, компрессор. И вот, редстоун. Через редстоун обсидиан. То есть один редстоун, это один обсидиан. Рок брикер делается. Поэтому давайте сделаем себе рок-брикер хотя бы на 128. Будет уже интересно. Куда-нибудь его воткнем. Shift-клик. Так. Моторчик есть? Есть. Причем очень много. Пистончик есть? И пистончики есть. Рок-брикер готов. Так, нам нужен будет нам нужно будет редстоун. Нам нужно будет... Уровень айтемный. Нам нужно будет сам обсидиан. Нам нужно будет еще что? О, изменчивый кабель. Чем больше, тем лучше. Так, работает, не работает машинка, это я сделаю. Что-то еще мне нужно будет. А, шина, точно. Шина экспорта. Вроде бы все как-никак. Так, еще вот отсюда нам нужно будет подкоммуниздить одну микросхемку. Где она? Карта красного камня. Обязательно. Найти какое-нибудь подходящее место для данной машиночки. И там будем производить с вами обсидиан. Такая тишина пока прикольно, мне нравится. Так, тут у нас что? Тин-кабель, то есть на 32. Блин, а как неудобно. Как же все неудобно. Может, найду где-нибудь, а? Здесь что у нас? Здесь, сюда, сюда, туда, сюда, туда. А тут у нас что? О, 128. Шикарно. Значит, тут и остановимся с вами. Значит, кабель. Купер. Да, по-английски пиши. Ой. Копер, а не купер. Одна штучка. Ее установим сюда. Сразу подключим. Рок-брикер. Воткнем. Ничего не взорвалось, это хорошо. Так, что еще хочу сделать? Что я хочу еще сделать? Так, автоотдачу туда-сюда. Угу. Как бы тебя тогда тут подшаманить так? Ну, например, пусть он отдает, например, сверху. Ладно, переживу, не страшно. Но нам нужно, во-первых, экспорт настроить. Причем еще сюда подавать редстоун сигнал. Чтобы он работал только от сигнала. Всегда активен. Активен без сигнала. Активен только с сигналом делаем. Потом. Ай, блин. Вот эту штучку нам нужно будет снести. Вначале, в первую очередь, мы поставим с вами уровень предметный.
Хотя можем и сверху поставить, чтобы тут место не загромождать. Ну, если что-то еще захочу с вами из машины поставить, зато тут уже вот и мишечка подключена. Вот. Уровень сигнала. Проверяем, сколько у нас тут есть обсидиана. Например, если в нашей системе уже есть 512, например, обсидиана, то она прекращает работу. Здесь мы укажем. Излучать уровень, когда выше или равен пределу? Нет. Излучать, когда уровень ниже предела. Вот то, что мне нужно. Обсидиан. Здесь автоотдачу редстоуна. Как мы будем забирать? Так, подождите. В первую очередь нужно узнать, сколько у нас вообще там это каналов есть тут. Вот она, крайняя самая. Вот тут. Раз, 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 раз. И опа. Так, два сигнала выдержит. Это хорошо. Это очень хорошо. Блин. Наверное, было все-таки сверху ставить. Давайте все-таки переставлю чуть-чуть. Ну, неудобно, если честно. Так, вот, поставил. Еще раз указываем. Обсидиан. 512 штучек. Мне больше и не нужно, если честно. Активен. Когда ниже предела. То есть у меня как раз сейчас ниже. Значит, можем подключать. Смотрим сразу, что тут будет происходить. Обсидиан пришел. Ой, рок... Редстоун пришел. И... Я же там подключил, да? Так. Disconnect, connect. А что, мы не работаем? Батарейки есть. Непонятно. А что с тобой не так? Даже рецепт там есть такой. Я, наверное, как всегда что-то делал. Нет. А, наверное, воду еще нет. Хотя, что за странность. Хотя, вон, смотрите, из пустоты создает камушек. Как-то читерно. Рокбрикер. Твою налево. Точно. Его нам нужно будет, видимо, запитать с одной стороны лавой, а с другой водичкой. Добавлять редстоун и будем обсидиан получать. Видимо, он так работает. Серьезная? Странная машинка. А это что у нас тут? Что-то у меня тут хранится. А, здесь у меня... Блин. Ладно, пока снимем. Мешается, мешается. Хорошо, давайте попробую я ее запустить сейчас. Ай, 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 коцается, коцается. Так, я не знаю, надеюсь, ничего не взорвется. Тьфу-тьфу-тьфу. От лавы избавились. Сделал тут такие небольшие перегородочки. Закрыл тут все фольгой. Что ты нам скажешь? Я ж правильно сделал, да? Может, спереди и сзади там нужно подключать как-то? Если зайти в описание данной машиночки, тут можно увидеть. Hot lava and water injectant. Либо это должно быть рядом, либо в нее загружаться. Но тут у него даже слотов нет. О, оно пошло крафтиться, оно пошло. Фух, я уже думал опять что-то я не так сделал. Ну, я, в общем, как всегда. Ну, ладно, заработало это радостно, если честно. Так, нам теперь нужно отсюда как-нибудь доставать. Все, что она тут создает. Так, где мои любимые кондуитики? Вот. Значит, единственный выход это сверху. Все остальные места заняты. Поэтому сюда. Сюда. И нам нужно, как бы, по идее, вот до сюда дотянуть. Я не хочу здесь сделать еще один, ну, как его, слот. Если у меня тут уже есть. Блин, может, с тобой тут что-нибудь? Хотя с тобой тут хрен что сделаешь. Тогда раз, два, три. Так, 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 так.
Конья труба. Подрихтуем тут чуть-чуть. Значит, тебя сюда. Но тебе. Так, куда ты ставишься? Сюда тебя. Сюда тебя. Сюда тебя. Ох, теперь. Нужно теперь избавиться от всех лишних каналов. Хотя, подождите, может быть, ключиком проще будет. Раз, два. Раз, два. Тут вроде бы нигде больше не подключилось. Значит, тут просто повернем. Здесь автовыгрузку включим. Все уходит, сразу попадает в мешечку к нам. Это хорошо. Раз, два, три. Ну, тебя тоже пока скинем. Как там? Обсидиан. О, пошел копиться. Ой, ты мой хороший. Блин, интересно, такая машинка получилась. Лава, водичка и делает обсидиан. Интересно, мне нравится. Лучше, конечно, мы можем, конечно, и сделать и так, что... сейчас на автокрафте так у меня стоит. Либо я, конечно, могу сделать так, что... подача редстоуна, получаешь обсидиан. Типа, знаете, крафт. Пришел, ушел, готово. И занял бы гораздо меньше это места. Но мне хочется, чтобы он на автокрафте у меня стоял обсидиан. И не так, чтобы потребовался срочно обсидиан. Тыкаешь, и он такой-то... Ну, сейчас, подожди, полчасика, сейчас все скрафтим тебе. Тем самым... Как там называешься? Обсидиан, окей. Обсидиан, спрашиваю, как он называется. Отлично. Вот таких вот еще покрытий. Ну, вот пусть 100 штучек теперь сможешь сделать? Почти, почти. То есть я ставлю таких вот на крафт очень-очень много. Тем самым я смогу обеспечить себе прочное покрытие в моей призывалке. Нормально, думаю. Вообще шикарно. Пусть, значит, создается. Хорошо. Давайте тогда подумаем насчет того, как мне убивать монстров. Я тут порыскал, увидел себя тут Киллер Джо. И решил им воспользоваться из Эндрио. Но, если тут просчитать, атакуют ближних существ, если снабжен мечом. То есть нам как минимум меч нужен. А мы с вами сделали один меч, который не разрушается вообще никогда. И вот мы ее и дадим ему. Дальше. И питательным дистиллянтом. Опыт может... Ну, ладно, запомню здесь. Питательный дистиллянт еще нужно продать. Опыт можно слить как жидкий опыт. Используя жидкостные трубы. То есть еще опыт мы можем оттуда коммунизить и использовать для наших книжечек. Вот. А питательный дистиллянт, там нужно его постоянно снабжать. Поэтому пишем питательный дистиллянт. И посмотрим, как он создается. Давай, уже открывайся. Кстати, насчет меча. Хороший вопрос, куда я его спрятал. Здесь, конечно, такой не хочу им пользоваться. А, вот он. Эфирным мечом его, если что, снабдим. Питательный. Ну, давай уже откройся. Ну, пожалуйста. Наконец-то. Питательный дистиллянт. Как он создается? Создается он в чане из двух элементов. И давайте смотреть, из чего выгоднее это делать. Сахар вижу. У меня сахар теперь уже вагон маленькая тележка. Берем сахар. А сюда всякие головы, мясо. Плоть зомби. А мне-то ее делать, девать-то некуда. Давайте плотью будем запитывать. Все, определились с выбором. Без проблем. Тогда вся плоть зомби забирается отсюда. Можно сказать, закидывается вот сюда. Одну штучку оставим здесь. Сахар одну штучку здесь. Подаемся наверх к чану нашему. Наш чан, вот он. Я что-то небольшую такую подготовочку сделал. Нам потребуется шина экспорта. Экспорт. Теперь я уже не ошибусь. Обычная шина экспорта. Потом мне еще потребуется жидкостный интерфейсик. А, у меня уже есть один, хорошо. Экспортная шина, чтобы водичку отправлять. Ну и тут это все нужно подключить. Вот там мы увидели, что нужно обязательно водичку сюда присылать. Поэтому ставим, заливаем водичку, смотрим. Есть. Потом. Шина экспорта. Расширение нужно на нее поставить, чтобы больше одного предмета можно было внутрь поставить. Емкость. Ну, еще может быть парочку на... Не знаю, скорость обязательно, не обязательно, но поставим. Раз. Два. Три. Четыре. Смотрим. Сахар пришел.
Ты можешь быстрее работать? О. И пошел крафт. Ну, не скажу, что, блин, сильно мега быстро, там, профитно быстро. Ну, это вообще создается прям мега-убер быстро. Но нормально, нормально, я считаю. Тем более тут 32 вольта, если не ошибаюсь. Да, вообще, пойдет. Пусть работает себе. Настолько, насколько это возможно. Я считаю так. Получили даже петельные стиранты 375. Неплохо. А нам же что нужно? Взять капсулу. Пустую. А я смогу отсюда забрать, интересно? Смог, без проблем. Возьмем шину хранения. Ну, жидкостную шину хранения. Ну, короче, вы поняли. И тихо убираем. Вставляем сюда тебя. Все, питательный дистиллянт. Теперь он будет копиться у нас тут. От нас же требуется лишь одну трубу взять и подключить вот здесь. Помещаем. Извлекаем. Та-дам! И вот он наш питательный дистиллянт, который мы будем с вами запитывать нашего киллера Джо в будущем. Шикарно. То есть сразу делаем такую небольшую подготовочку, что нам все пригодится в будущем. Это хорошо. Ох, подхожу к каждому делу основательно. Так, потом. Надо еще подумать, как мы там будет работать. Разумеется, через вентилятор. Вакуумная воронка, не знаю, нужна будет там или нет, но пока пусть. Если что, вентилятор, хорошо. Его, наверное, 100% нужно будет запитывать энергией. Я не уверен, вообще никак не уверен. Но, наверное, надо будет запитывать. Если что, я буду его запитывать этим прямым передатчиком. Просто поставлю рядом и все, и париться не буду. Хорошо. Вентиляторы. Ну, одного, конечно, будет мало. Два тоже, наверное, будет мало. Надо как-то их к стенке сгонять и по бокам два. То есть как минимум три штучки. Еще сверху. Ну, можно еще добавить. Без проблем. Создавайся. Угу. Так. Земля. Землица. Я не помню, конечно, никакой. А, вот он, 54 штуки есть. Призрачное стекло. А чем оно такое интересное, я забыл уже. Вроде недавно создавал. А, уже подзабыл. Еще помню, тут где-то сбоку было задание-то. Вот оно. А, так. Я не помню, чем оно такое. Чем-то оно такое так хорошо. Чем только, я не помню. Ну, если что. Возможно? Нет, невозможно. Так, нам, короче, тогда нужно будет какое-нибудь стекло. Пули непробиваемые, так сказать. Я помню, что есть такое у нас в Таункрафте. Точно. Точно, точно, точно. Не знаю, так его найду или нет. Возможно, конечно. Но это не точно. Я не помню, если честно, как оно выглядит. Давайте сделаем тогда проще. Так, где моя сумочка? Так, обменяемся. И там маньяком заберем. Откроем книжку. И здесь поищем это стеклишко. По идее, оно должно быть. А, вот оно. Проще было так найти. Усиленное стекло создается через... Почти прозрачное стекло, доски великого дерева, янтарь, там пластинку. В общем, все изи. Все, что мы можем. Вот. Вот через такое усиленное стекло, надеюсь, что оно непробиваемое. Надо будет потом его потестировать на взрывах каких-нибудь. Но я уверен в нем, что оно не взорвется. Им-то и будем пользоваться с вами на переднюю панельку. Так, как у нас тут дела? Обсидиан. Где? По-русски? О, уже... Потихонечку крафтится. Отправимся тогда в то место, где у нас будет это все стоять. А это у нас будет все стоять. Вот, тут. В моем секретном, так сказать, подземелье. Я еще тут не достроил ничего. Ни черта не сделал. Мне было пока что лень, если честно. Был занят переездом. И вот здесь у нас будет все стоять. То есть эта вся комната будет выглядеть. Нашим будет призывом. Вот так вот выражусь. Я вот не знаю, как лучше. Чтобы здесь спавнились. А обсидианом за края. Наверное, так и сделаю.
Грубо говоря, вот граница. Например, здесь у меня будет вот такая полосочка из обсидиана. Она будет находиться под землей данной. То есть вместо этой земли у меня здесь будет находиться проклятая земля. А под ней будет находиться, опять же, обсидиан вот этот. Дерево. Я обошью тут по большей части это все деревом. Как-нибудь что-нибудь такое придумаю. А за ним будет также обсидиан этот находиться. В чем бы и нет. Насчет киллера Джо. Он где-нибудь тут посерьёнке будет у нас стоять. И будет спереди всех убивать. Главное, сумку с вами не подходить. Так, я так вижу, он только дистиллянтом питается. Питательный дистиллянт и все. Ну, 2000. Я не знаю, как он будет тратить, если честно. Как много всего. Использует опыт. Использует 10. Ага, интересно. Ты же будешь... Хе-хе-хе, работает. Главное, пока не подходить. Вот, вентиляторы. Насчет них. Ставлю один сюда. Другой сюда. Третий по бокам, ну, третий сюда, четвертый куда-нибудь сюда воткну. В итоге будут все в центр сколачиваться, и здесь будет четвертый, ой, пятый. И он будет сюда к нему гнать. Они подходят сюда, и он их тык-тык-тык-тык-тык и кромсает, и кромсает. Здесь же сзади нам нужно будет что-нибудь такое придумать. Как скачивать опыт, где его хранить. Наверное, какой-нибудь танк поставлю, в него будет он сливать весь опыт. А все предметы, если он, навряд ли, конечно, он, наверное, просто убивает и все. Если он не умеет собирать предметы, мы ставим вакуум на воронку сверху, который будет в себя засасывать все предметы. В чем проблема? Да ни в чем. Все эти предметы я постараюсь от нее куда-нибудь здесь раз, и здесь такой этот поставить куча баррелей. В них будет храниться весь лут. А нужный лут уже будем с вами отправлять в ME-систему. Вот и все. Пошел этим заниматься, как сделаю что-то, как доделаю. Я к вам вернусь и посмотрим, как это все работает. Ну и вот она, моя фермочка небольшая. Вроде бы как все работает, блин, а подсвети тут чуть-чуть, а то мне не нравится то, что тут крестики. Поставил там сзади, короче, один прожектор такой вот. Ну, далеко-далеко, чтобы тут хотя бы крестиков не было. Сейчас чуть-чуть поближе надо его переставить. И вот такая вот штука у меня появилась. То есть все работает. Киллер Джо убивает, левелапы мы получаем с вами. Сюда к ПМ-шечке ко мне приходит то, что мы с вами получили. Питательная среда. Не обращайте внимания, что звука нету от них. Потом, может быть, через все-таки мульти-МС зайду, чтобы со звуком посидеть, поиграть. Поставил я, как и говорил, вентиляторы у меня вот так. Давайте вообще-то пока это все дело остановим. Какую-нибудь тут лампочку воткну. Временно. Хе-хе, прикольно. Так вот, у меня стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вентиляторов. Сзади них я проложил провод. Провод у меня тянется вот в эту сторону. Ну, с этой стороны просто было удобнее. Поставил там рычаг небольшой. Сделал бродированную дверку на всякий случай, чтобы я мог зайти, выйти. Усиленное стекло поставил здесь. Киллер Джо, который убивает всех. Ах ты, сволочь, залез-то куда? Вот, сделал такой вот небольшой... Ну, закрыл, грубо говоря, потолок. У меня весь потолок состоит из укрепленного обсидиана. Сзади дерева у меня тоже укреплен обсидиан. Под землей тоже укреплен обсидиан. Везде, короче, такая бродированная комнатка у меня получилась. Вот. Такие дела. Снизу я еще поставил вакуумную воронку. То есть весь лут туда слетает, если что, на всякий случай. Это я сделал. И все предметы к нам поступают вот сюда. Это... А, это он показывает, что тут есть. И... Да блин, ну хватит. Они меня будут доставать вот этим катанием. Так вот, потом нужно будет отсюда мне доставать как-то все железные нагрудники, там еще такое. Короче, нужно как-то все это будет доставать мне. Хотя, наверное, это как его, экспорт по руде настрою, чтобы какую-нибудь там броню доставал. И все, и будет шикарно. Тут, смотрите, уже глазики пошли. Головы. Ох, чего-то только нету. Осталось только, конечно, тут увеличить количество, ну, размеры всех стеков вот этих дроверсов. Например, ту же самую гнилую плоть забирать в МЕшечку. Ниточки можно тоже забирать.
эндерперлы. Ну, в общем, чего-нибудь отсюда точно нужно будет забирать обязательно. Вот, то есть такую штуку мы поставили, пусть работает, пусть нам приносит те же самые косточки, которые нам нужны очень. Минилую плоть, чтобы производить жидкость для киллера Джо. А эндерперлы, это вообще шикарно. Ну и мусор, нужно будет от него избавляться. Вот, например, Iron Chest Plate. Что с ним сможем сделать? Расплавить. Либо закинуть, отмассерировать, получить Iron Dust. Либо просто на жидкое железо отправить. Как-то так. Такие дела. Надеюсь, вам понравилась комнатка. Я постарался, вложил в это душу свою, так сказать. Ну, чтобы покрасивше это все выглядело. Вот. Так что не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться на канал. Ну, а с вами был Милтон. И до скорой встречи. Всем пока-пока.